Қайырлығын құрметті әріптестер, біз үкімет отырысының қорытындылары бойынша баспасөз конференциясын бастаймыз. Сіздердің сұрақтарыңызға біздің қонақтарымыз Еңбек және әлеуметтік қорғау вице-министрі Жакупова Светлана Қабыкенқызы және де білім және ғылым вице-министрі Асылова Бибігүл Амангелдіқызы жауап береді. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Құрметті әріптестер, уважаемые коллеги, просим вас подходить к микрофону в порядке очереди, где вы можете задать ваш вопрос. Просто первый вопрос мы вас слушаем. Телеканал Алматы, Бибігүл Амангелдіна, скажите, пожалуйста, сколько на данный момент человек обучается по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, и какие программы были внесены в образовательный процесс, и вообще, что такое продуктивная занятость и массовое предпринимательство? Спасибо. Большое спасибо за вопрос. С 1 сентября текущего года было принято 21 тысяча человек в рамках данной программы. Всего за период, в течение 5 лет будет обучено по данной программе 105 тысяч человек. Как уже отметил наш министр, на реализацию программы в текущем году было выделено 4,7 миллиарда тенге. И хочу сказать, что вот так же, как подчеркнул в своем докладе наш министр, мы уже распределены данные наши учащиеся по специальностям. Если, к примеру, по специальностям сервиса у нас обучается порядка 30% на сегодняшний день, сельское хозяйство, строительство порядка 13% детей, и по специальностям транспорт где-то порядка 19% из общего плана приема. Что касается образовательных программ, то действительно у нас полностью пересмотрены и переутверждены образовательные программы. Это модульные программы. Они были разработаны с участием работодателей, с участием Нацпалаты предпринимателей Атамекен. Суть этой модульных программ заключается в том, что они практикоориентированы, они гибкие, они могут отвечать запросам и меняться с учетом запросов работодателей. Кроме того, в рамках вот данных программ, то есть основная фишка данных программ в том, что при обучении наши учащиеся в течение 3 лет могут получить квалификации, порядка 3 квалификаций и также квалификацию специалиста среднего звена. Благодарим вас за ответ. Келес сұрак, тыңдап тұрмыз. Қазақ парат агенттігі, менің сауалым Светлана Қабыкенқызына. Жаңағы өнімізді жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасын іске асыру нәтижесінде бүгінгі таңда нақты қандай нәтижелерге қол жеткізіліп отыр? Сол туралы айтып берсеңіз. Рахмет. Негізі айта кетсек, жаңағы бағдарламаға қатысушылардың саны 527 мыңға жетіп отыр. Оның ішінде 279 мыңы тұрақты жұмыс орнына орналасып, 134 мыңы негізі жаңағы әлеуметтік жұмыс орындары, қоғамдық жұмыс орындарына және де жастардың практикалық жұмыс орнына тұрған негізі. Ал екінші бағыттағыны айтып кетсек, микрокредитті ауды. 6000-нан аста азаматтар, 6679 азамат негізі микрокредит алып, 37 миллиард теңгені игеріп отыр. Оның ішінде 4000-і жаңа стартап дейміз ғой, жоба, сол стартап жобалар енді жүзеге асырылып отыр. Сұрағыңызға рахмет. Жақсы. Көп рахмет сізге. Бибігүл Амангелдіқызы, скажите, пожалуйста, какие новшества внедряются в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства? И в каких регионах функционируют мобильные учебные центры? Ну, новшество, вот как до этого был первый вопрос, это внедрение модульных образовательных программ. О том, вот я в первом вопросе ответила, о них рассказала. Второе, это мы считаем, что это расширение доступа получения бесплатного профтехобразования для социально уязвимых слоев населения, включая социальный пакет на питание, на проезд и так далее. Да. Кроме того, финансовые инструменты были просчитаны
рассчитаны в рамках данной программы. То есть, во-первых, была просчитана методика подушевого финансирования, которая, кроме общеобразовательных расходов, связанных с обучением учащихся, она также предусматривает оплату труда наставников и направлена на развитие дуального обучения. Что касается модульных центров, то мобильных центров, то в настоящее время уже порядка 3 регионов закупили эти мобильные центры, и это получается где-то порядка 6. И кроме того, до конца года еще в 2 регионах предполагается закуп окончательно, вот осталось 10 дней, должны закупить Акмолинская и Мангистауская область. Хочу сказать, что уже порядка 600 учащихся в данных мобильных центрах обучилось на сегодняшний день, и где-то 560 человек уже были выпущены за этот период с сентября по декабрь месяц. Благодарим вас за ответ. Светлана Кабакеевна, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас работаете над созданием электронной биржи труда. На каком этапе эта работа и как будет работать эта биржа в целом? Электронная биржа труда у нас запущена, и сегодня нужно отметить, что порядка 25 тысяч вакансий. Мы начинали с 8 тысяч вакансий буквально в прошлом месяце, и сегодня уже 25 с половиной тысяч вакансий размещены на электронной бирже труда. Более 15 тысяч человек нашли работу именно благодаря бирже. Электронная биржа, она сама предполагала, что станет единой цифровой платформой для взаимодействия и работодателей, работников, частных агентств занятости, онлайн, интернет-площадок. И сегодня уже результаты есть. Будущая перспектива электронной биржи труда – это с 1 января уже она должна быть запущена уже в промышленную эксплуатацию, и, соответственно, значит, к ней должны подключиться все центры занятости республики, их 199. Соответственно, с электронной биржи труда уже будут получать информацию о наличии свободных вакантных мест в наши центры занятости и, соответственно, также же размещать полученную информацию от работодателей по наличию свободных вакансий. И следующие, скажем, модули, которые мы предполагаем их запуск в 2018 году, это упрощенная регистрация, скажем, неформально занятых лиц. И сегодня этот механизм уже прорабатывается. Я думаю, что после принятия определенных решений и также подготовки нормативно-правовой базы, значит, где-то во втором квартале этот модуль уже должен заработать. Благодарим вас, уважаемые гости, за предоставленную информацию. Уважаемые коллеги, на этом мы завершаем нашу пресс-конференцию. Благодарим вас всех за активную участие. До скорых встреч.